Кино на ТВ-РУС. Суицид. Парень залез на фасад, хочет броситься вниз. Переключите на меня быстро. Переключай на специалиста. Денечка, возьми телефончик. С тобой поговорят. Возьми. Чего вы хотите? Из любой ситуации есть выход. Меня все бросили. Я его почти ухватил. Мне показалось, он улыбнулся. Ему было 14. На 3 года младше моего Федора. Что ж мы с тобой наделали? Я себе сына никогда не прощу. Слушай, а когда мальчика хоронят? Мне кажется, ты должна пойти. Ты только посмотри, ничего себе. Ну вспомни, август 91-го. Не может быть. Это же наш Глеб. Интересно, что он здесь делает? Наташа. Здравствуй, Глеб. Надо же, как встретились. Виктория Толстоганова и Олег Фомин в фильме «Вторжение» в субботу на ТВ-РУС.